Казахстан и Турция планируют довести товарооборот до 5 миллиардов долларов. Эту цель обозначили главы двух государств в совместной экономической программе «Новая синергия», рассчитанной на 3 года. Согласно ей, ожидается реализация проекта по привлечению инвестиций, строительству индустриальных зон и открытию совместных предприятий. Вместе с тем, генеральный консул Казахстана в Стамбуле Еркебулан Сапиев посетил ассоциацию промышленников и встретился с представителями деловых кругов. Стороны обсудили инвестиционный климат Казахстана и государственную поддержку предпринимательства. Турецкие бизнесмены отметили благоприятную бизнес-среду в нашей стране. Они готовы инвестировать в горнодобывающую промышленность. Причина, по которой мы выбрали Казахстан, заключается в том, что в результате наших исследований горнодобывающая промышленность в вашей стране находится на 3-м месте в мире. В первом полугодии мы заключили с Казахстаном 3 соглашения подряд. В частности, правительство Казахстана заверило нас в том, что нам будет оказана помощь в выдаче земельного участка и сырья для производства. Наш бизнес-проект одобрен. Мы планируем начать строительство уже в ближайшее время.